что денег это много не принесет, очень много будет заканчивать сразу после выпуска из спортшколы, но зато отсеется всякий кал откровенный, уж совсем непотребный, и, возможно, это приведет к тому, что появятся перспективные футболисты снова в стране. Вот, и по поводу тренера сборной, ну, здесь я не буду категоричен, если хотят, пусть оставляют Капелло. Ну, грубо говоря, вектор его развития понятен на ближайшее время. Сомнений в том, что он не доработает на чемпионат, до чемпионата мира 2000.